some fun. I didn't have my head straight. Every tear's a lesson learned. That's what my mama said. I thought I found what I thought I'd lost. I didn't have my head straight. Every tear's a lesson learned. That's what my mama said. Для меня женская красота – это, прежде всего, внутреннее спокойствие, нежность, в которых светится улыбка, лицо, кожа. Женщина должна оставаться женщиной всегда, независимо от того, дома она, на работе, на даче. Женщина должна нести, в первую очередь, свет, лучиться глаза у нее должны, ну, безусловно, ухаживать за собой. Зарина – это да, свежесть весны. Я считаю, что в Зарине можно найти одежду на все случаи жизни. Ты можешь найти для себя те вещи. Вот как ты себя ощущаешь? Помогает воплощать задуманные ранее образы, что можно подобрать и на романтичный образ, быть легкой, женственной, в то же время, когда хочется быть строгой и невозмутимой, то это тоже можно с легкостью воплотить в жизнь. Я, наверное, мечтаю о том, чтобы быть гармоничной внутри себя и достигнуть какого-то такого спокойствия внутреннего. Для меня это, вот, наверное, важно. Чтобы была опора, поддержка, на кого можно опереться. Я в данный момент являюсь мамой двух подрастающих девочек. Конечно, моя основная задача и мечта – вырастить достойных людей в первую очередь, правильно воспитать их и вырастить их тоже настоящими женщинами. Наверное, так.